my team. О, это моя команда. А это город Филадельфия. City Hall. Только пойдем его. А там закрыто. Мои чудики. Почти в Нью-Йорк. Памятник прищепки. Это один из самых древних, ну старых, не древних, но старых городов Америки. Здесь была подписана Декларация независимости. Здесь можно гулять. Вообще не знаю, что там внутри, но что-то есть там, какое-то развлечение для туристов, для людей. Ой, смотрите, какой замечательный парк. Обалденный. Какая милость. Ну что уже поделал? Очень мило. Олени на брытьиных олени. Там солнце. Чудненько. Ну что, пойдемте в City Hall? Нет, ну пойдемте через мэрию. Ну да. А сколько сейчас градусов здесь? Около 10, да, наверное, где-то? Ну, потеплее. Потеплее, чем в Нью-Йорке. Сашка, бедняжка. Так хотел себе кроссовки в Nike купить фирменные. Так и не купил. Ну, дорогие, конечно. Ну, с другой стороны, не знаю, у нас такие не купишь. Ой, а что тут? Men's room. Women's room. Так а что, здесь только туалеты и все? Ну давайте сходим, нам еще далеко ехать. Ой, тут тепло. Это уже радует. Иудейский как бы район, нудистый это как бы район, ага. Пенсильвании. Там, кстати, оборудовано, как в церкви. Там, да ты что? Да. Ну, как по-другому. Заходил? Нет. Я не знаю, просто став. Став он. Куда пошли, ребята? А? Ну и как там? Красивый туалет. Да, обалденно. Как в Филадельфии, да? Как в мэрии Филадельфии. Как в мэрии Филадельфии, здорово. Хорошо. Пойдемте туда прогуляемся, куда Оксана говорила. Колокол. Hey, CJ, baby. Shh.
Shit. Ой. Эй, что-то я выкинул. Филадельфийская новогодняя елка. Настоящая. Настоящая, да. Это живое дерево, шутка, украшенное. Смотри, какое прям вообще. Ель царевна. Да, Америка — это масштабно. Центр города в больших зданиях, небоскребах и все. А потом раз оно заканчивается, говорит, и все, город считай закончен. Да, он сразу начинается маленький. А здесь такая, да, здесь такая прям насыщенная концентрация людей. Машины все в какой-то текст. Да, старичок такой симпатичный. Так он же и поддерживают его в таком виде, обалдеть. То он остановился, потому что не может. А, нет, там люди сидят. Чудненький. Милашный. А вот ты наш сумасшедший. Филадельфия, где-то в штате Пенсильвания. Да. И таким же голосом. А что ты сказал? А в штате Пенсильвания. Идемте быстренько зайдем в маршал. Супермаркет Маршалс. В нем можно купить все, что угодно. Кроссовки, одежду, джинсы, иногда даже какие-то побрякушки. Да, хорошая картинка. В общем, дабы закончить свои приключения в Филадельфии, вот это здание изображено на 100-долларовой купюре. Мы только что сделали несколько фотографий. Здесь в 1776 году был подписана Декларация о независимости.
Ну, в общем-то, и все. Всем спасибо. Путешествуйте, это классно.